Всем доброго здравия! Мы сможем успешно противостоять любой инфекции, в том числе и вирусной, только в том случае, если у нас будет сильный иммунитет. Поэтому я дам вам рекомендации по укреплению иммунной системы. Итак, первое – это полноценное здоровое питание. Исключите из своего рациона хотя бы на некоторое время те продукты, которые закисляют организм и способствуют его интоксикации. Это прежде всего алкоголь и мясная пища. Пища должна быть простой, но в то же время богатой витаминами и микроэлементами. Ешьте больше каш, свежих овощей и фруктов. Используйте настои трав, отвар шиповника, пейте отвар корня солодки, делайте чай из лимона, имбиря и куркумы. Обязательно используйте водный экстракт прополиса. Прополис – это природный антибиотик, который убивает только вредоносную инфекцию и при этом сохраняет полезную. Ниже под этим видео я дам ссылку, где можно приобрести именно водный экстракт. Еще один рецепт для укрепления легких. Мед, сок алоэ и топленое масло смешайте в равных пропорциях. Принимайте по одной чайной ложке 2 раза в день. Смесь храните в холодильнике. Второй важный момент – это полноценный сон. Очень важно для здоровья организма и иммунной системы в целом соблюдать режим дня. Поэтому рано ложитесь спать и рано вставайте. Третий совет. Ведите активный образ жизни. Бегайте, плавайте, ходите в зал, уделяйте своему телу время. Любите его. Ваше тело – ваш верный помощник. Если нельзя посещать зал и выходить на улицу, занимайтесь дома. Становитесь участником нашего проекта «Здравые люди». Это ежедневный йога-интенсив для всей семьи. Ссылка на этот проект также под этим видео. Четвертое. Соблюдайте принцип чистоты. Мойте не только руки, но и очищайте свой организм от токсинов, очищайте свой ум от негативных мыслей, а сердце от разрушительных эмоций. Пятое. Дышите правильно. Дышите сознательно. Вам помогут такие пранаямы, как Сурьябхеда, Удьяна Банха, Агнисара Крия. Практикуйте их по возможности каждый день. Шестое. Станьте невидимы для вируса. Для этого избавьтесь от страха и возвысьте свои вибрации. Направьте свои мысли к Творцу. Молитесь, произносите Его имя, пойте мантры и славицы, занимайтесь медитацией. Есть очень эффективная мантра. Пусть будут счастливы все живые существа во всех мирах. Произносите ее постоянно, особенно если ваши мысли снова будут обращены к коронавирусу. Помните, куда направляете внимание, туда и течет ваша энергия. Соединяясь со Всевышним, вы обретаете его силу. И будьте здоровы и счастливы!